Члены комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам встретились с руководством Брестского областного совета депутатов, чтобы обсудить несколько важных тем. Серьезный акцент был сделан на патриотическом воспитании, ведь нет места более священного для пробуждения любви к родине, чем легендарная Брестская крепость. Этот мемориальный комплекс, а точнее его реконструкция, находится под пристальным вниманием комиссии на протяжении уже нескольких лет, а потому сразу после официальной встречи участники заседания отправились в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Каждый присутствующий смог возложить цветы к вечному огню и отдать дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны, склонив голову в минуте молчания. Брестская крепость – это место боевой славы, место великой храбрости народа, место гордости и скорби. Это ценный объект исторической памяти, который дает возможность отстаивать историческую правду. А потому поддерживать это место мужества в достойном виде и реставрировать его – необходимость, которую стараются выполнять члены комиссии. У нас одна программа по реставрации Брестской крепости была в полном объеме, она была реализована в течение 3 лет. До этого мы пытались ежегодно финансировать какие-то работы по проведению Брестской крепости, больше 10 лет этого делали. Сейчас, в принципе, парламентское собрание уже несколько раз рассматривало продолжение реставрации объектов Брестской крепости, но наша комиссия выступает за то, что действительно нужно делать новую программу, нужно ее финансировать. Наша задача теперь отработать с министерствами России и с министерствами Беларуси, чтобы финансирование было обеспечено. У нас самая главная задача профинансировать следующую программу реконструкции, реставрации, капитального ремонта Брестской крепости. Как уже сказала Елена Владимировна, это очень важный момент для нашей молодежи. Все члены нашей комиссии поддерживают, понимая, насколько важно это было всегда, и особенно в наше время, когда есть люди, которые пытаются переписать нашу историю, и для сохранения исторической правды этот момент очень важен. Кроме того, мы параллельно в Ржеве, наша комиссия тоже финансировала, поддерживала этот проект памятника в Ржеве, и сейчас мы тоже поддерживаем проект, который по Курской дуге, будет так и называться проект «Курская дуга», который будет идти параллельно с Брестской крепостью. На данный момент в Брестской крепости находится около 10 объектов, которые нуждаются в реконструкции, реставрации и капитальном ремонте. А потому сотрудники мемориального комплекса надеются, что новую программу союзного государства поддержат. Мы продвигаем все объекты, которые требуют серьезного капитального вмешательства и ремонта. Во-первых, вот главный монумент, звезда, помещение с левой стороны от главного входа, безусловно, тоже надо. У нас прекрасные помещения в порядке около 4, даже более 4000 квадратных метров в южной казарме, которую мы хотим эти помещения использовать в перспективе после проведения ремонтов, создания условий под классы, музейно-педагогические занятия, музейно-воспитательные мероприятия проводить там. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук ТВ.